Крупный двухдневный пожар возле Дзержинска тушили двумя вертолетами и самолетом-амфибией. Руководитель теруправления Росимущества по Нижегородской области Андрей Бухаров подозревается в попытке получить 7,5 миллионов рублей за взятку за приватизацию федерального земельного участка. Возбуждено уголовное дело. В Сормовском районе впервые за 20 лет открылся новый детский сад на 220 мест. Прокурор Нижегородской области отозвал иск об увольнении замгубернатора Антона Аверина в связи с утратой доверия, поскольку губернатор уже принял его отставку 2 июня вместе с другими членами облправительства. Вместе с тем суд признал наличие у чиновника конфликта интересов, что может поставить крест на продолжение его карьеры в госорганах. Нижегородские баскетболисты пробились в финал единой лиги ВТБ. Компромисс достигнут. С 3 июня открытые торговые площадки Канавинского рынка функционируют в прежнем режиме, но работу продолжат только до 31 августа. Ярмарку закроют, если найдут наркотики. 13-й международный фестиваль искусств имени Сахарова проходит в Нижнем Новгороде.